И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Мы будем также продолжать играть на DLC Extinction. Ну, собственно, да, Extinction. Хотел опять сказать Core, но я вовремя остановился. Как и шла речь, мы будем, то есть, ну как, я просил вас написать моды, все дела. Отлично. Никто ничего не написал, но многие поддержали с Анунаки. Хорошо, ладно, так уж и быть. Тем более, сам уже хотел давно глянуть этот мод, этот начальник всего вот этого дела, да и давно на нем не играли. Вроде бы после того, как я играл, там что-то изменилось. Поэтому, собственно, он был добавлен. Добавил его вот сюда, в список. Опять все поперемянялось, но как бы суть дела не менять. Симпанк, Анунаки, структур, стаки — это самое первое. То есть это самое нужное, они сами всегда самые первые идут. Продолжать будем на той же самой карте. Я надеюсь, сейчас ничего не бомбанет. Но я сейчас сделал сейф мира, так что мне нормас. Погнали. Так. О, какая гадость. Прогружаются текстуры. Но я слышал звук изучения энграмм. А это означает, Анунаки установился, так сказать. Да, вот, Хилл Бустер, Агилити Бустер, ну, в общем, Бустер. Да, все правильно. Все стоит, все работает, все просто замечательно и великолепно. Кстати, я не знаю, что будет, как будет, в том плане, что обычно на Nokia левелов-то по 600, а тут как бы вот альфа-чи, все огонь, все есть, все отлично, все сразу же изучил, инграмм сразу же минус 4800, так все замечательно. Газба. Все здорово, все работает, да, отлично. Суть в чем? Обычно Анунаки играют, ну, левел в 600, там и так далее. Тут же ж... у меня обычные стандартные дефолтные значения. Ну, это как бы такое себе. Кстати, я не знаю, у вас есть камень? Да, у вас есть камень, все огонь. Так что вы кидаете. Ненавижу, когда его нету. Такс. Что тут вообще было? Ага, отлично. Нафиг, мир прогружается. Зачем так рано запустился на этот запись? Суть в чем, народ? Во-первых, сразу извиняюсь за то, что серийки не выходят, не выходят так часто, как хотелось бы и так далее. Все из-за того, что я сейчас в проекте Ragnarok Online, и, то есть, меня друзья позвали, я играю и не по своей воле, так сказать, не снимаю видосы. Суть в чем, пока есть возможность, что меня прокачают до нужного мне левела, чтобы я быстрее мог освободиться и так далее. Я этим пользуюсь. Ну, собственно, им хорошо от того, что я быстрее прокачаюсь, и мне хорошо от того, что меня быстрее прокачают. И еще второй фактор. На этой неделе у меня не было выходных, поэтому, собственно, я и не записал для вас видосов. Вот, поэтому такая задержка. Со следующей недели уже обязательно будет все нормально, все хорошо и так далее. Так что без проблем. Я просто уже буду более серьезно к этому делу подходить. Я что-то не задумался о том, что, ну, вот такая вот фигня будет, у меня не будет выходных. Так, ладно. Что, с чего нужно начать? Нужно начать с облета мира. Почему? Мне нужно посмотреть, что-то когда где. Так, тебе выносливость. Что именно я хочу посмотреть? Мобов. Заспавнились они тут или нет? Есть они тут или нет? И так далее. Еще вспомнить, какие вообще что за мобы в Анунаки находятся. Прям очень сильно бы не мешало. Пока что вижу только обычных, стандартных, дефолтных и так далее. Блин, я даже боюсь представить, что здесь вообще будет на этой карте. И чего мне ждать. Кстати, можете в комментариях написать, вот реально, вот сделай то, сделай это и так далее. Там, при том, я вообще ничего не помню по Анунаки. Уже начальное развитие есть, поэтому я не помню, что с модом делать и кого притомить. Вы реально можете написать именно вот модовых, кого притомить и так далее. Блин, ну потому что я вот сейчас буду вот эту серию я буду тупить реально. Народ, вот не это не бугурьте немножко в комментариях о том, что я сейчас это всякую фигню снимаю. Просто реально я не помню, о чем мод. Куда бы слетать?
Пока что я вижу только стандартных мобов, и это меня удручает. Мне придется респаун, что ли, перезапускать? Это фигово. Последний раз, когда я нормально, ну, точнее, когда я на локалке перезапускал мобов, то у меня удалились мои. А, ну хотя у меня есть сохраненный мир, так что все огонь. Да. Ну ладно, подлетаю немножечко. Кстати, меня спрашивали, где я нашел тот Экскалибур, который у меня в группе ВКонтакте. Вот он, этот самый Экскалибур. Меч, который вставлен в камень. Кстати, да, он, ну, я тогда не глянул, он просто текстура. Было бы, конечно, прикольно, если бы он был полный меч. Но вот он, собственно, где он находится. И вот он. Кому надо, те найдут. А, собственно, оп, залетаем. Вот на то здание, и вот он там внизу случайно нашел, и, честно, офигел, вот насколько прикольно. То есть просто неприметно такое местечко, но это чертов сраный меч. Тег-меч. То есть с определенными, ну, то есть, ну, видели, да, вот это прозрачное стекло и так далее, то есть это как бы типа энергетического меча. Бла-бла-бла, все дела, в общем, короче, всякую чушь не шу, короче, погнали. Поискать. Блин, я реально, я вот здесь летаю, я никого найти не могу. Все дефолтные? Все реально дефолтные. Это меня расстраивает. А может я прямо сейчас смогу найти команду какую-нибудь? Так, давай глянем. Так, я нашел. Сначала пытался найти по слову kill. А, покопался, не нашел. Потом покопался в консольных командах, в списке консольных команд, там был какой-то Destroy, Tribe, Dino, все дела. Я думаю, наверное, надо по Destroy искать. Смотрю, Destroy, Val, Dino. Сейчас что-то будет. Выполнить. Так. Ну, птер мой остался уже, это хорошо. О, давай, пользоваться надо халяву по полной, короче. Погнали. Так. О, огонь. А! Ой, господи, я думаю, у меня перевес. Так, ну что, полетаем по миру, посмотрим, что из этого выйдет. Блин, это... Честно, было очково. Это последний раз. Я не помню, что я делал. Я, наверное, тогда ввел не Destroy Wild Dino, а просто Destroy Dino. И они все сдохли. То есть и мои, наверное, сдохли. Потому что я как бы прекрасно помню, мои тоже все исчезли. Это было весело. А может, что-то не так ввел. Молодой был перспективный, а сейчас вот, опытный, все дела. Пытаюсь не косячить. Да, вот они, диносы появились. Так, погнали обратно. И посмотрим, заспавнились ли там. Да-да-да, вот заспавнились, огонь, все отлично. Вот видите, да, уже дефендеры появились. Тут братишки должны появиться. Должны, но не обязательно. О, хата, отлично. Залутаемся, пока есть возможность на халяву что-либо получить. Листозавр, отлично. Ну, спаун-то я перезапустил, а появится ли тут Дина? Это уже хороший вопрос. Модовые, в смысле. Да. Опаньки. Смотри. Че я тут увидел? 400 левел, прикинь! Этот мод сразу же меняет левел Дина? Офигеть! Это обычный Ронео. Ну у него, мать его, 400 левел. 400 левел. Прикинь. Офигеть. Погоди, мне это что-то показалось? Не показалось. А я не знал никогда. Если бы не Эвэйсом Спайглас, я бы даже бы не узнал, что здесь находится улей. Прикинь, около моего дома. Вон мой дом, а вот он улей. Офигеть. Реально самое козырное место на карте. Есть абсолютно все ресурсы. Даже мед. Я офигеваю. Так, зачем я пришел на базу? Так, ну, во-первых, мод уже заработал. Во-вторых, Дина мои все живые. И в-третьих... В-третьих,
Что будем делать-то? Что будем делать так? Ну-ка. Опять нифига интересного. Ну, зато черного жемчуга у меня дофига. Кстати, в Анунаке же требуется черный жемчуг. Ха, Анунаки. Кстати, да, у меня здесь, если что... у меня, если что, Upgrade Station стоит, так что, как бы уж народ не серчайте, но без него я точно никуда. Почему? Ну, потому что, учитывая, какие здесь меня ждали бы мобы и так далее. Ну, просто я не хотел тратить время на то, чтобы искать рецепт на седло и так далее, топовые. Ну, вот, топовое седло, чтобы сделать и так далее, а апгрейдить, типа, и все. То есть это было бы лучше. Но, как бы, такие вот дела. Что у нас здесь? Трибьюты, все, отлично. Я немножко начинаю вспоминать. Надо искать эльфачей и так далее. Это, пожалуй, самое главное. Блин, у меня так все кочегарит тут, прям конкретно. Блин, куда я скину? А знаете, в чем прикол? Заглянул в инвентарь и увидел свои перчаточки, на котором находится Дайнотрекер. Дайнотрекер. Да, это то, что мне нужно. Надеваем перчаточки. Так. Это скидываем в птера. Ну ладно, фиг там. Да, я вообще-то это хотел. Ну ладно, отдай. И юзаем. Теперь. Во-первых, я быстро летаю. Что уже здорово. А, кстати, давай посмотрим. Сотый. 205-й. И видите, я их могу там. Подожди. Пассив там. Да ладно, он даже эту механику сразу же поменял, вот и до. То есть я их сразу же уже могу томить и вручную. То есть все, что я могу делать на Анунаке, уже делать могу. Отлично. Значит, будем искать томить нормальных Дина. Кстати, а у вас левел поменял? Нет, 15 левел, все дела. А, как бы не очень. А, что еще хотел тогда? А, точно. Дайнотрекер. Отлично. Погнали в сторону аргентависов, короче. Спам на аргентависов. И будем искать уже альфа, не альфа, бла-бла-бла, все дела. В общем, одно меня радует уже сразу же. Это то, что да, можно. Во время игры просто, то есть, когда ты уже играешь на локалке, внедрить мод, и все будет огонь. Так, что я хочу? Это Shift Q нажать, да. Шовал Дина. А, подожди, это модовый. Аронео был так назывался. Это модовый и так уже был. Огонь. Это пижар. Инфорсер. Это скаут. Здесь что-то, короче, это не очень. Чё-то, короче, не очень. Так это supply drop есть? Орбитальный supply drop? Что? What the fuck? А это типа вот это то, что за часы. То есть я должен типа отбить его от Диносов сначала? Или он типа должен сначала потухнуть? Блин, не, ну я теперь должен это узнать. Вы ж мне так и не написали ничего про вот всю фигню, все дела, короче. Я сейчас, короче, подожду, пока он потухнет. Остынет, так сказать. И перестанет дымиться. Твою мать! Я обосрался почти. Просто такой резко бум-бум, и звук такой, я такой шатал тебя, думаю, ну нифига себе. А, все, я понял, он перестает дымиться, начинает это... Deactivate Shield. Эй, слушай, да, пошел отсюда. Эй, слышь. А, это я его сажал в итоге, да. Слушай, нашел этого, типа... Противника по своему уровню, козел. Так, погоди. Я могу деактивировать щит. Но зачем мне это? А, не-не-не-не-не-не, я не хотел.
И теперь я не могу включить его? Крутяк. Ну, я понял, что с ними делать. Ладно, с этим потом как-нибудь разберемся. Или... А давай сейчас. Чё, господи, я теряю-то? Только мне нужен? Мне нужен другой Дина. Мне нужен другой Дина. Это не то. О! Огонь! У них же реальный дамаг. Больше по этим. Конечно, у меня левел дрящевый. Но у них дамаг, если не ошибаюсь, все-таки больше. А я не ошибаюсь, я тестил. По этим тварям, короче, у него дамаг больше. Улетишь? Отлично, улетел. Ну давай смотреть, волны-то где вообще, блин, это ж, ты ж, вот волна. На тебе, ублюдок. Видали? Видали, сколько могу дамажить? Ха! А по обычным Дина дамажит как говно. Юный! Да, и дроп как санунаки. О, господи, это так здорово. Вот, просто для сравнения, смотрите, сколько. 300, да? Огонь! Я напал на 540-го. Вот я лошара. Ой, лошара. Смотреть. О, тихо. Я не знаю, что это. Твою мать. Подожди, чувак, подожди. Не убивай меня. А, беги. Ядрить тебя в корень. А это саплай мой глушит. А у меня в носу есть не хватает. Огонь. Вот это огонь называется. Слышь, Дилы, ядрить вас нафиг всех. Шли все вон. От орбиталки. Так, спокуха. Я тебе сказал, пошел вон отсюда. О, я значит задефил, прикинь. Первую волну. Огонь. Побежали. Я такой, блин, вообще. Смотри, он заполняется, все дела. Да отстань ты уже, ну господи, ну что ты? Беги. Не козел. Ты отхилялся, да пошел ты в жопу. Слышь, что так? Он отхилялся? Это что так отхилялся? О, ядри тебя налево. Вот это, короче, Кэт меня не готовил, что-то ничего. Че у тебя там по... Вот, твою дивизию, как у тебя дерьмово по ХП, все. Так, все, чувак, отстань. Отстань от меня. У меня тут деф, типа. Блин. Слушай, интересно, а хилки работают на этих чуваков? Нет? Или да? Блин, как дерьмо, все качается. Да отстань ты от меня! Отстань! Я хочу supply drop. А, 17, короче, типа нападающих, да? Сейчас будет. Окей. О, лучше помоги подефиться. О, ладно, я понял. Блин, это... Кто-нибудь так додумывался дефиться, а? Вот, так у меня вот такой маразм, увидите, да? Вот, ну, вот скажите же, нигде такого маразма не было. Нафигачить стега, почти завалить стега, потом свалить от него, а он отрегенился, а я, короче, теперь он мне мешается. Так, сколько там осталось? 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, у меня он последний. Слышь, а чё так много-то? А, всё, огонь. О, да. Да отстань ты от меня уже, достал ты меня. Погоди, чё хочу я? Чё я хочу сделать? Оп! А, блин, нельзя сесть, отлично. Я уж был надеялся. Слушай, может я на хеликоптере натравить, а? Оп, погнали. Халик, иди его, короче, замочи, он меня достал. Отстань от меня! Да что за противный стега? Слышь? Отстань. Уйди противный.
Дерл. Да ты угорел, что ли, а? На тебе! Ха! С вертушки в щи! С разворота! А, да, отлично! Удар задницы сработал идеально! Да все, отстань! Ну все, замяли, блин, замяли! Я тебя хотел убить, но уже не буду убивать! Отлично, ты обычный? Чё? А, это юный? Отлично, просто я не понял. О, отлично, он наконец от меня отстал. О, всё, он на халикатере переключился. Фу! Противный стега. В натуре. Такс, где волна? На тебе! О, аж трёха было! Отлично. На тебе! Блётки. Ходят они мне тут. Слышь, пошел, пошел вон отсюда. На тебе. По башке. Давай, всех звалю. Тихо, чувак, все, спокоха. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, все, огонь. Нахрен зато эту полимера сейчас набил. Тоже штука нужная. Слышь, пошел вон отсюда, пошел. Кыш. Да отстань ты от меня! Мы ж уже все договорились, чувак! Ну что ты в натуре? Ну мы с тобой договорились. Ну ты ж уже братаном мне стал конкретный прям. Ну все, ты видишь, я уже паучком от тебя ухожу. Просто я хочу его отвезти подальше. Блин! Вот тут противный-то, а! Вот прицепился-то ко мне! Да вон, иди уже отсюда! Иди отсюда нафиг! Жирный! Как поезд пассажирный. Вот ж прилипало долбанное. Так, ладно, я волну тем временем защитил, да? Да, третья волна. О, теперь 23. На тебе. Да. Я такой сильный. Я такой мощный. Я такой всех убивающий. Рептор. На, рептор. Да. Да. Получай ты какашка. На тебе. Да. Вот он. Ха. Ваншот! Вангел, отстань от меня! На! Двоих одним ударом вообще могу! Отстань! Слышь? Я сейчас отрегенюсь. Я ж тебя завалю, тварь. О, раптор! На! Не-е-е-е! Класс! О! На! С прыжка! Затащил! Такс. Главное, чтобы эта тварь опять ко мне не подошла. Все, отстал? Отлично. Ну, наконец-то. О! Вон, ублюдки! Первый пошел, второй пошел. Отлично, всех убью, один останусь. Нормально. Вот хотел записать, вы, короче, не написали то, что это. Типа, да, записываю деф дропа. Все, записываю деф дропа. Ничего не знаю. Слышь! Так-то хорош, бродит. Я еще тут смотрю. О, один остался. И в жопу отсюда. О, новая волна. Огонь. Так, ты там от меня отцепился? Все? Все, мы с тобой братаны, да? Братаны, да? Все, нормально, да? Огонь, все, нормально. Фу, отцепился, наконец-то. Я уже думал, это все, это на вечность он будет со мной. Блин. Ладно, ждем. Летят пиздюки. На тебе, ублюдок. Думаешь, я тебя издалека не видел? Конечно, видел. Так. Слышь. Стоп, подошел. Да, а ты ж бляха-муха, по щам, с вертухана, по щам вообще могу. О, Стега молодец, Стега затащил. Там кого-то завалил, да? Или, это труп, который я убил, отлично. Ну, тоже нормас. Стега молодец, Стега тут дефит, наверное. Я слежу за вами, за всеми. О, Стега бежит. Хоп, и минус один. Да.
Вообще, я пытаюсь скрин сделать. Типа такой кадр, все дела, такой, оу, я такой, есть такой крутой, защищаю. Дроп. И тут ко мне бегут твари. Отлично. Один. Ой, подожди. Второй. Стоит, стоит. О, а что ты на меня огрелся? Отлично. А это что за фигня? Я не знаю, что... Что это? Вот что за фигня на присесть? Надо почитать про них, короче, что-нибудь. И, кстати, ты смотри, вот просто какой у меня левел. И как он офигенно сражается. Ну, это здорово. Какой у меня дрищевый левел, да? Но в целом у него получается дамаг увидя, да, то есть 300 по этим, так он намного лучше. А, это обычный карнотавр. Не хочу телепортироваться. О, иди отсюда. Отлично, дроп. Раз туда тебя тут. Слышь, дроп. Дроп дай. Это пошел. А, подожди, что там? А, не, показалось. Да уж. И что ждать? А, наверное, ждать, пока заполнится. Блин, ну... Ну окей, давай подождем. Мы едем в далекие края. Кружимся вокруг этого козла. Карна, иди в баню. Иди в жопу. Да ты оборзел, что ли? Хитрить тебя, у тебя левел-то! Да пошел ты! Слышь! О! На! Затащил! А теперь бежать! Оп! Открылся! Карта! Пошел в жопу! А! Пятая волна! Еще волна! Волна! Карна! Пошел в сраку! Вот это надоедливые твари! Отлично! Трайк, я в тебя верю! Давай, мужик, затащи! Затащи его! Какой ты головол? Трайк, не затащил! Да как ты мог? Трайк, как ты мог? Минус один, минус второй, отлично! Третий, четвертый, я говорю, пятый, шестой, седьмой! Могу! Там другой трайк! Карна? Да, тоже обычный. Пошли в жопу все нафиг. Стега, братан, спасай. Спасай, братан. На тебя вся надежда. А я пошел. Бежим! Они по скалам бегают. Я от них бегу. И тут надо, это звук зайберка. Ей! Мочи всех нафиг! Всех нафиг! Отлично! Остает F complete! Эджект айтем! Набросали мне тут! Ух, набросали! Огонь! О, прикол! Огонь! Так, отлично! Что еще? О, классно! Мы сейчас это все посмотрим. Сначала я сейчас все соберу. Прикол. Короче, типа надропал все дела. Это такой, типа, как дебил, ходишь, собираешь. О, классно. И все, да, все, да, все. Это все. Спасибочки. О, еще. Вот еще грибочки. Отлично. Всяк фигни, короче, собирал. Так, подожди. Ну-ка, чувак. Твою мать. Ну вот это вообще-то сейчас было крипово. Погнали на базу. Ну, а теперь давай смотреть, что у нас с дропом. Ну, во-первых, куча просто этого... Бра! Органического полимера. Давай тебе хпшечку качнем, потому что ты браво сражался, но хпшечки было маловато. Окей. Вот отсюда сейчас все перенесем сразу же в холодос. Вот сюда. Е3, тебя в корень, ты весь заполнился. Текс. Это вот сюда. И давай посмотрим. А, блин. Шифтбек называется. Да, чтоб тебя. Кью. Во. Вот
Это, короче, я прям да могу. Отлично. Так, теперь. Смотрим, что я там насобирал. Вот это все было у меня. Это мы прекрасно понял. Помним. Так, синие шмотки. Кстати, дроп просто офигенский. А в том плане, что его очень много. Газбах, седло. Этот рецепт маски. Еще один. Ворота каменные. Огонь. Крео. Камера. Окей. Сейчас позатестим. Осколок элемента. Класс. Такс. 28 дней. Отлично. И... А что нам делать? Отлично! Покебол вперед! Что? Во-первых, заряд на 30 дней. Это офигенно. Во-вторых, мать его, Аргентавис! Ну, во-первых, во-вторых, еще появилась ДНК в руке. То есть, если в обычном, ну-ка давай, циферку 2. Видите, ДНК нету. То есть, он как бы все нормас. Здесь, оп, появилась ДНК. Теперь как его вызвать? Отлично, просто бросаешь и все. Ну, то есть, он вызывается как дрон. Офигенно. Офигенно просто. Просто офигенно. Опять закидываем тем же самым причем. То есть мы его замораживаем. Типа такой. Оп. И все, что было в инвентаре, у него дропается. Ясненько. И сразу же появляется значок. Появляется ДНК. А потом бросаем. Что за нах? Извините, пожалуйста, но что за нах? Это типа у него криосон? Боже мой. Подождите, я ничего не понял, почему тогда у Аргентависа этого не было? Блин, кидает свои кристаллы. Это криосон. Это я прекрасно понимаю, что это такое. Криосикнес. О, погоди. Я тебя не могу засунуть-то. Отлично. Ну-ка, давай еще разочек. Наконец-то у нас тут должно быть это, типа, пробуждалки, все дела. Шлепс. И такой прям... Оп, и все, он впал в криосон. Возможно, из-за того, что я слишком рано... Возможно, просто был баг, то, что он, типа, это, у меня сразу же проснулся. Потому что, ну, типа, он должен проснуться после этого. После этого. Криосна, все дела. Блин, вы дропните что-нибудь нормальное. Цветной какой-нибудь кристалл. Ну, в общем, окей. 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 Я понял. Так, чтобы тебя пробудить, что мне нужно? Что мне нужно, чтобы тебя пробудить? Стамина. Кислород. Это не то. Я пытаюсь чем-то... Вот. Детокс. Детокс. Да пошли вы в жопу, стимуляторы надо. Ну, в общем, ладно, я понял. Я все понял с вами. И мне нужно будет детоксы. Чтобы вот это юзать, мне нужно будет обязательно детоксы. Ну, в общем, прикольно. Прикольно. Во-первых, задефили. Во-вторых, много чего хорошего залутал. Вот, седло, как бы. В-третьих, крео камеры поюзали. Я бы ее точно бы еще не скоро состряпал. Учитывая, что она из себя стоит, так сказать. Давай, алло. Ну, то есть, вот и где они, крео камеры. То есть, они стоят очень крайне дофига и требуют... да немного не требуют. Ха, я думал, они требуют полимера. Ой, полимера. Элемент. Ну, окей. В общем, здорово. Здорово. Форс-мажор, но оказался
все вполне неплохо. Такие вот, народ, дела. Ладно, на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Вот так мы начали долбанный Анунаки сезон. Узнали, что все-таки мод пристыковывается. Не нашел модовых Дина, но я уверен, что они есть, так как вы сами видели, какой левел максимально теперь у Дина. Хотя я совершенно ничего не менял. Такие вот дела. Этот мод просто сам добавляет. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.